Всем привет! Так, для наших молодых футболистов тренер показывает, как должен быть одет футболист в мокрую, дождливую, снежную, ветреную погоду. Начнем снизу. Хлопковые носки. Наверх пакет одевается. Здесь запрет. Сверху гетр, куда идут щитки. Одежда великолепна. Дальше. Идет длинные лосины под низ, термобелье. Наверх длинные штаны. Окей. Дальше. Вниз идет хлопковая майка. Дальше термобелье длинное. Дальше кофта, ветровка, снуд. Это такой вот шарф. Ветровку закрываем. Не забываем про шапку. Перчатки и одеваем куртку, наигрываем куртку, снимаем. Вот приблизительно вот так должен выглядеть футболист.